Итак, я, кажется, понял, как это проходить. Наконец-то осталось только до тут допрыгнуть. Оп, оп. О, да, я это сделал. Все, парни, можешь идти. Оказывается, это все-таки надо было делать. Я не ожидал, конечно, но надо было. Так, и... И куда в итоге я пришел? Ой. Ага, понял. Все, все три генератора отключены. Вот так. О, борец с полем. Заодно выключится устройство подавления на крыше. Ой. А теперь на крыше. Я понимаю. Нихера себе. А как мне на крышу выйти? Ага, спасибо. Ага, я, кажется, что-то не так тут сделал. А куда на крышу-то? Вот так, одни трупы. Может, сюда куда-нибудь? Заодно выключится устройство подавления на крыше. Ты бы хоть провел меня. Куда надо-то? Ай. Нормально. Видимо, пока надо удержаться. Привет, барни. Что нам делать-то? Нам надо их тупо всех убить, что ли? Или... Я не знаю просто, куда идти-то. А выискивать я очень долго могу. Ну... Слушайте, я реально без вариантов. Туда, где враги, что ли, идти надо? А, следуй за мной, понял. Иди, ну! Давай, 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 давай. Все, я понял, он ведет. Нормально, нормально. Так, давай, давай. О-о-о! Я понял. В кого? У меня хп нету. Сейчас не умереть бы. О! О! О, нет! О, нет! Спасибо. Барни, ты танчишь как царь. Ну, хотя бы не в меня. Так, нормально, здесь похилил. Да подожди ты. Следуй за мной. Пойдем, заколебал ты меня уже. Так, здесь опять. Барни, это уже ты делаешь, а не я. Давай дальше. А вот и наши ворота. Сейчас открою. Готово. Угу. Я останусь здесь и попридержу эти ворота, сколько потребуется. Иди наверх и наведи мост. Нужно, чтобы поддержка могла подойти со всех направлений. Понятно, понятно. Если появятся новые люди, я отправлю их к тебе. Увидимся позже, Гордон. Так, ракетница здесь не просто так. О, я понял. Так, загрузка. Нет. Еще глава за Фрименом. А мне что делать?
А, надо мост наладить, точно. Оп. Погодите, а что я делать-то должен? Что мне делать-то? Я так понял, воевать вот с этими... мудаками. Не знаю, я все патроны просадил. Ни хрена не понимаю. Походу надо отбиваться. Все, готов. Что там дальше-то? Это что такое? А, вон оно что. Ой, блядь! Система жизнеобеспечения включена. Слушайте! Это реально не смешно. Я не понимаю, что делать-то надо. Вообще здесь должна быть какая-то битва против страйдеров на крыше, но я ни одного что-то не вижу. Где, кто, что? Нет, а весь прикол в том, что мне надо куда-то идти. Я не понимаю, куда. А, стоп, вон там что-то есть. Пиздец какой-то. Я вообще не вывожу ничего. Отсюда я пришел, так? Так. Сюда мне точно не надо. О! Так, они не из ниоткуда, кстати, сюда пришли. Они все равно откуда-то приходят. Ага, они должны были открыть это. Непонятно. И мне что делать? А мне что делать? Ладно. Привет. Я протупил немного сначала. Найс. Так. А, спасибо. Что дальше? А, все. Отрезок. Вот на крыше. И голова, кстати, все еще не поменялась, да? По-моему, нет. Не, не поменялась до сих пор. Так, ладно. Нам в любом случае вниз. Через крышу я как-то больно быстро прошел, кстати. Видимо, это нормально. Доктор Фрим, вы отключили подавляющее поле и открыли ворота. Мы сможем задействовать людей. Вот теперь комбайнам не поздоровится. Угу. На той стороне площади стоит ящик с ракетами. Сумеете туда добраться, добудете все необходимое, чтобы сбить страйдеров. Страйдеров? А вот и страйдер. Как его сбить-то? Ему надо ракет очень много. А где ракеты-то взять? Вот.
я понял. Хотя нет, я ни хрена не понял, что это было. Подождите, где там? Он сказал, на площади где-то. Здесь что ли? Не. По-моему, ему вообще все равно. Нихера себе, сколько надо зарядов, чтобы сбить одного страйдера. Да херище просто, ой. Привет, я промахнулся. Ай-яй-яй. Я не уверен, но по-моему нам сюда. О! А вот и патроны. Опять страйдер! Охереть, они, падлы, здоровые, а? Просто охереть, они здоровые. Не, я-то попробую, конечно. Бля, 10 хп! Блять. Ну я понял, что теперь сюда точно. Мне надо пробежать до сюда. Спасибо. Нормально. И у меня опять нету. А, вот теперь есть. Еще страйдер минус. Но. А где еще здесь есть патроны? По-моему, здесь больше нигде ничего нету. Слушайте, это беда какая-то. А где еще патроны-то взять? Где-то здесь, что ли? Походу, да. Ага. Да блин, какой подождите тут. Страйдер еще даже не собирается падать. Готово. О, да, я это сделал. Я всех страйдеров уничтожил. И что дальше? Я, кажется, понял. Или нет? Погодите. Беда. Что делать-то? Мне туда, видимо, надо, да? Так, а вот теперь... Начинается проблема номер один. Сейчас я, может, к этим подойду. Чем-нибудь надо им. А, ясно. О. А, это текстура обычная. Здесь еще страйдер сдох. Слушайте, какая-то чушь. Какая-то вообще чушь. О! Спасибо за панцершрек. Или как его тут? Гранатомет. Так. Слушайте, а вот это место мне уже не нравится. Потому что я просто не могу ни с чем разобраться тут. Мне не сюда. Окей, спасибо. А, вот сюда вот.
А, так... О, спасибо. Ага. Опять страйдер. О, боже мой. Найс. Ау. Там еще патроны для револьвера были. Ты там падаешь все. На всякий случай. Да ладно, еще один. А, да не. Да, там еще один страйдер. Мне не хочется с ним сражаться. Правда не хочется. Я бы, конечно, с радостью, но... Не в этот раз. О, столько всего не зря сейчас дают. Сейчас будет что-то очень... вообще. И вновь это глава 11. Это враг? Ага. Я уже понял. А, я понял. О, фак, страйдер! Эти скотины ослепляющие. Ау, тихо. Все нормально. Блин, я по страйдеру засадил одну ракету. Зря, очень зря. Замечательно. О. Не, я был неправ насчет что-то... Насчет чего-то очень важного. Все то же самое. Да. Ходи. Ой, блин. Он ищет меня. И... Ага. И это был не выход. И это тоже был не выход. Слушайте, мне не нравится эта энергия костюма. Она очень быстро расходуется, если честно. Ой, блин. Какого хе... Ну да. Зря я это сделал. Я не знаю, туда я иду или нет. Надеюсь, что да. Да. И вновь ракеты под страйдеров. Все, кажется, я все уничтожил. Слушайте, какая-то глава слишком запутанная. О, спасибо за... припасы. А, только это не особо какая-то мина тайников за всю игру. О, привет. Доктор Фримен, там черт знает, что творится. Рядом с цитаделью на улицах полно страйдеров. Мы сможем от них отбиться, если найдем местечко повыше. Мы уже почти под стеной цитаделью, док. Я не знаю, как черт возьми, мы преодолеем ее. Но до сюда ты дошел. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Да ради бога, идите со мной. Куда там? Ага.
Ну не. Это что сейчас было? Слушайте, есть небольшая проблема. У меня... У меня закончились ракеты. Поэтому я пошел. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Я ищу ракеты. В большинстве случаев я ищу ракеты, спасибо. Я всех вообще подставил. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Пожалуй, теперь не стоит. Пожалуй, теперь не стоит тратить ракеты на все подряд. Слушайте, вот это уже хардкор начинается, я вам хочу сказать. Я такого давно уже не видел. Ау. И вновь орбитальная хрень по мне фигачит. Это... Не, я думал, это опять тайник лямбды. Мне показалось, мне звонят, извините. Привет. А у нас тут страйдеры. И мы тут с ними балуемся. Ох, если бы не эти страйдеры. Ау! Куда идти-то? Блин, я пришел отсюда. Слушайте, что делать-то? Подождите меня! Доктор Фриман, я пойду с вами! Да иди ты с кем хочешь! Не блочь меня, кусок говна! Пожалуйста! Ну да как же! Я, кажется, понял, надо пропрыгать теперь. Ой-ой-ой, ну не так же! Нет, я почти это сделал! Ага, опять минус мои люди. Да твою мать! Да... Слушайте, это место, оно очень противное. Я не понимаю, кто по мне хуярит. Ты... Ты... Иди нахер. Неужели я всех убил? А дальше что? Вот так вот. О, я это сделал. Да. Здесь можно было пройти снизу. Ай, я отказываюсь вообще что-либо комментировать, потому что я вообще невнимательный. Оказывается, я не видел, что там можно было пройти. Я просто так, как дурак, пропрыгивал. Да давай, только не блочь меня. На. Отлично. Здесь даже еще две аптеки дают. По-моему, сейчас начнется хардкор. О, поехали. Твою мать. Обнаружен тяжелый перелом.
Я снова свалился в самый низ. О-о-о! Боже мой, Half-Life, пощади, пожалуйста, меня. Я уже просто начинаю вниз падать, настолько уже не могу. Кто там палит? Страйдер. Убийца титанов. Так, а что это за ачивка? Пережить битву со страйдерами на руинах крыши Сити-17. Что вы дальше мне предлагаете делать тогда? Ну, допустим, вот страйдеров я убил. Это понятно. Что дальше-то? Туда, что ли, идти? На вот, подлечись. Походу, да. Спасибо за хилочку. О. Только не говорить мне, что опять я. Ой, бля. Теперь я вообще нахожусь. О, посмотрите, куда я на этот раз ушел. Последние главы, они для меня слишком запутанные, понимаете? Вот, допустим, вот это место. Вы думаете, я понимаю, куда идти? Нет, я никогда в Half-Life 2 не играл. Тем более на этом моменте уж точно. Прикроить, перезаряжу. Да с кем вы там воюете, мы уж всех убили. Ну там, может, единицы какие-то остались, конечно. Наш? Это наш. А, не туда палят. Я думаю, это там бесполезно, да, стрелять? А ну, отойди. Я думаю, половина серии будет состоять из того, что я буду думать, куда идти здесь. Это я реально без понятия. Я... Если даже логически предположить. Все заканчивается здесь. Вот здесь. Да нет! А, это наш. Эти там куда палят? Твою мать, вот вас бы убить вообще тут всех. Вот сюда, что ли? Да ладно, ну я только ж нашел и нет, ну... Дерьмо. О! Кстати. Извините. Спасибо. Далее хотя бы узнать. Ладно, походу придется смотреть по каким-нибудь мега-гайдам куда-то там идти.